Всем здравствуйте, с вами Евгений Дуйнов. Сегодня 16 ноября 2017 года, и мы продолжаем цикл роликов «Мир технологий» компании АСПП. В данный момент идет печать корпуса аккумуляторной батареи. Вот этой вот, вот Е4 байк, емкостью 16 ампер-час на 48 вольт. Для возможности установки ее на ноги передней вилки вот этого велосипеда, вот здесь она будет крепиться. Это одно из первых наших тестовых шасси для наших мотор-колес. Сейчас на него установили мотор-колесо Golden Motor Magic Pi 2. Смонтируем батарею, контроллер, и велосипед будет готов к поездкам. Для возможности его тестирования посетителями совместно с нашими мотор-колесами, так как по габариту они сопоставимы. А также для возможности его использования в различных практических поездках при необходимости. Также сейчас перед вами находится еще одна аккумуляторная батарея, которая находится в процессе сборки. Она состоит из 14 последовательных ячеек емкостью 40 ампер-час и способна отдавать достаточно большие разрядные токи. В настоящий момент батарея предназначается для ее временного использования в составе стенда для исследования и испытания машин электрических вращающихся, а также системы электропривода в качестве источника питания для, собственно, систем привода, которые работают от постоянного тока, либо контроллером которых требуется питание постоянным током. Данная батарея имеет достаточно оригинальную конструкцию. Соединение элементов выполнены через переходную плату, специально разработанную для данного применения, в которой имеются прорези. Через эти прорези проведены выводы, и четырьмя болтами они стягиваются при помощи металлических пластин. С другой стороны стоит тоже пластина, в которой имеются резьбовые заклепки для стягивания пластин. В данной батарее осталось распаять гибкие выводы для подключения БМС, вот эти вот, а также упаковать ее в пластиковый корпус для защиты элементов от различных внешних воздействий. При этом на плате сделаны тонкие перемычки для подключения выводов БМС, которые работают как предохранители и в случае нештатных ситуаций позволяют сохранить жизнь и здоровье БМС, не дать ее сжечь. В настоящий момент сборка батареи почти завершена, и она готовится к полномасштабным испытаниям при помощи того оборудования, которое у нас есть. В первую очередь это электронная нагрузка, которая позволит исследовать ее на предмет максимальных отдаваемых токов, реальной емкости, а также внутреннего сопротивления, переходных сопротивлений контактных элементов. То есть полностью можно измерить сопротивление всей батареи, а также отдельных ее элементов до сборки. Помимо этого, имеющийся в наличии тепловизор позволяет оценить степень нагрева, а соответственно степень потерь, которые возникают в данных соединяющих элементах. Кроме этой батареи, планируется провести испытание второй аккумуляторной батареи, которая была смонтирована в скутере Irbis Grace. Она имеет сходные характеристики заявленные, то есть емкость 35 ампер-час, отдаваемые токи до 10 Си. Но та батарея была выполнена при помощи пайки, так называемыми джедаями электротранспорта. Поэтому для сравнения качества различных методов соединения, как пайки, так и такого механического соединения разборного, мы планируем провести полномасштабное испытание обеих этих аккумуляторных батарей, сравнить их реальные характеристики, а также нагрев мест соединения в процессе работы при одинаковых токах нагрузки. Думаю, данный ролик будет весьма интересен всем фанатам электротранспорта, которые либо приобретают готовый аккумулятор, либо сами занимаются их сборкой, для того, чтобы выбрать наиболее удобный, безопасный и эффективный метод соединения аккумуляторных батарей, а также их составляющих, комплектующих. До встречи в следующих роликах. Всем до свидания.